20:39, 23 июля. Да, шум. Отключаем кондиционер. Ух, сейчас жара будет. Так, и вентилятор тоже. О, отлично. Там Пашка довольный, счастливый, играет в Мурю. Ладно, сейчас не о нем. Короче, упарываюсь L-карнитином. Жиросжигатель Fatburner. Fatburner! Есть. А, не прочитал. Bubblegum, короче, со вкусом жвачки. Так. Нет, это уже BCAA. Это аминокислоты со вкусом мяты. Еще L-карнитин со вкусом диких ягод. И буквально сейчас забрал, пришло с доставки, со вкусом колы. Wildberries. Да, надеюсь, не сдианонят по этим штрих-ходам. Кто-нибудь просканирует там все данные обо мне. Так. Вот он, L-карнитинчик. Со вкусом колы. Я только со вкусом колы от Бига я пробовал только BCAA. Вкусные. Но L-карнитин еще не пробовал. Чуть позже заценю. Да все равно, скорее всего, вкусный будет. Благо, что от ягод, что с Bubblegum. Вкусы офигенные. Прям пьешь и наслаждаешься. Короче, всем, кто худеет, рекомендую это опробовать. Если вдруг врачи в комментариях будут там расскажите каких-нибудь ужастиков, к чему приводит злоупотребление L-карнитина. У меня пока что единственный побочный эффект — это то, что я стал чаще потеть. Плюс что-то еще плюс. Забыл. Короче, что-то незначительное. То, что стал чаще потеть, это, конечно, блядь, раздражает очень сильно. А так, офигенно. Позволяю себе сладости пожрать и при этом не раскабанил еще. Всем рекомендую.